Скажи, как ты пришла? Может, я вообще-то не верила, мне приносили вот эти леденцы, конфеты, какие-то конфеты, что могут сделать? Ноль на это. У меня была онкология, первая стадия, лейкоз крови. Слушай, я на это не обращала внимания, думаю, да ладно, умирать так умирать с музыкой. Мне было без разницы. Я знала, что я все равно когда-нибудь умру. И потом я не хотела вот эти леденцы даже принимать, когда мне даже, я их купила, думаю, зачем я их кому купила? Вот зря валяться. На 600 долларов подписала, взяла. Потом начала все-таки пробовать. Думаю, все равно же умирать. Да ладно, попробуй. Что с ним? Что будет, то будет. Так начала пить. После этого действительно сразу увидела результаты. Отправила я пить анализы. У меня и по 29, по 30 тысяч, 19 чем-то куплены. В магазине по сей день лежат лекарства. От разных фирм американских для онкологии. Потом из 70-20% я нашла крови. В Питере Алихан есть, друг у нас семейный, врач-хирург, он работает в Питере. Он отправил результаты, не поверил. Что ты принимал? ЭГЛ. Ну, сейчас там тоже открыли, конечно, после всего чего. Он ушел с работы и сейчас тоже работает в ЭГЛ. Он бросил свою работу, сказал, здесь более результаты больше. Второй раз отправил после второго курса, у меня уже 10, а сейчас 0. 0% онкологии в крови. Что бы ни случилось, ЭПИО, и дети принимали, у меня даже дети не то, что вот глисты, они даже вырывала у меня ясминка. Правда, сегодня не взяла, она тоже у нас будущий лидер, если мне девочка будущий лидер, везде старается делать рекламы, у нее есть везде рекламы, сегодня подготавливают и в школе, завтра на последнем звонке, послезавтра и завтра у нас идут украшения с букварем, она будет ЭПИО рекламировать. И это будет все сниматься. Я вам говорю, здесь действительно можно заработать. Ни на что не смотрите, идите вперед.